Тысячи жителей Архангельска собирались на стадион «Динамо», чтобы стать участниками праздника, посвященного советскому искусству. Непосредственная встреча с любимыми героями. Что может быть дороже для зрителя? Народный артист республики Бабочкин в роли Чапаева. Весь мир обошел на экранах Чапаев, и образ его, созданный Бабочкиным, прочно вошел в золотой фонд киноискусства. Сам депутат Балтики, профессор Полежаев, прибыл на праздник в Архангельск. Народный артист Советского Союза Николай Черкасов сердечно приветствовал тружеников Северного города. Знакомые по кинофильмам песни исполнила народная артистка Советского Союза Марина Ладынина. В мир образов, созданных Шекспиром, перенесли зрители артистки Ларионова и Лучко. С огромным успехом прошел этот необычайный праздник на стадионе. Thank you.